Ребят, вы же помните, что я вас сегодня просила принести с собой циркули? Давайте, доставайте их. Ура, наконец-то! Я купила самый классный циркуль. Здесь даже есть дополнительные стержни на случай, если мой сломается. Даша, есть циркуль? Нету. А монетка? Нету, ты мне и так косарь торчишь. Да отдам я тебе твой косарь. Ладно, буду от руки чертить. Всем привет, меня зовут Света Солар, и в этом видео я вам покажу канцелярию, которую мы использовали в начальной школе, против канцелярии, которую мы стали носить с собой в школу, когда учимся в старшей школе. Напишите мне внизу в комментариях, любите ли вы канцелярии, и много ли канцелярий вы берете с собой в школу, потому что я за годы своей учебы в школе успела накупить огромную кучу канцелярии, которую вы видите сейчас в качестве реквизита. Но я надеюсь, что вам понравится это видео, поставьте им палец вверх, и давайте начнем. На этом наш с вами урок закончен. Записывайте домашнее задание и ни в коем случае не потеряйте страницу, где мы с вами остановились. Так, у меня есть такая закладка и такая закладка. Здесь зебры, здесь кролики. Я хочу с пушистыми кроликами. Все. А эту оставлю на природоведение. Сонь, можно учебник? На, спасибо. А где закладка? За гаражом. Что? А? А, нет у меня. Вот так делается закладка. Все. Это папка с моими тетрадками в клетку. А вот это вот моя папка для тетрадей в линейку. А вот это вот моя домашняя работа по математике в файлике, чтобы ничего не помялось. Потому что я очень прилежная ученица. О, домашняя работа. Отлично. Надо подписать. Я готова на все случаи жизни. У меня есть тетрадка в линейку для русского языка. У меня есть тетрадка в клеточку для математики. И у меня даже есть тетрадь в волну на случай, если учителям не понравится ни в клеточку, ни в линейку. Блин, она что, кончилась? О, салфетка из Макдональдса. Я думаю, это то, что нужно. Блин, она закончилась. Ладно, заметки в помощь. Все равно же не открою. Сейчас мы будем делать очень сложный чертеж. Пожалуйста, делайте все аккуратно и очень тонким карандашом. Этот карандаш недостаточно острый. Ай, идеально. Настя, есть точилка? Нету. А нож? Нету. А ножницы? Глаз крысы, струна арфы. Пусть вода превратится в ром. Ну опять не сработало. Ну ладно, съем хотя бы шоколадку с ромом. О! Спасибо Икее за снабжение меня карандашами. На Кавказе зимовали раки. Было холодно. У раков отмерзла свистелка. Поэтому раки на горе не свистят. Солар, это что, черная ручка? Ну да. Никаких черных ручек на моем предмете, а тем более гелевых. Но она же удобная. Ну, спасибо, хоть стержень есть. У
меня есть линейка на закладке, у меня есть деревянная линейка, также у меня есть треугольник, у меня есть самая крутая гнущаяся линейка. И у меня есть еще транспортир. Я, правда, не знаю, для чего он нужен, но мне старшая сестра сказала, что это крутая вещь. Прикиньте, эта линейка с тех времен, когда я сама училась во втором классе, она подписана. Я не знаю, сейчас в школах младшеклассникам подписывают линейки или нет, но в наши времена так делали родители. Кто в 11 классе вообще носит линейки? Блин, чё я как катаюсь? Настроение back to school. Шёл четвёртый час съёмок back to school. Мы сняли почти половину этого видео. И как бы я сижу на подушке в домашних штанах, но со стороны этого не видно. Я надеюсь очень. Здрасте. Мы очень хотим спать. Я очень устала, снимаю третий день. Третий день back to school, чтобы они выходили потом два раза в неделю, а в идеале три. Но насчет этого я не уверена, иначе я сдохну их монтировать. Я жутко отсидела ноги. Я вот сюда вот все кидаю, то, что уже использовала. Вот в этой куче осталось неиспользованное. Я пришпандорила эту простынь к шкафу. Вот это вот мы сейчас клеили. Все, потом мы переклеили, потому что скотч отсвечивает, и я боялась очень, что испорчу хромакей. Подписано. Что-то я не то нажала, тут какой-то отчет сверху пошел. Смотрите, у меня есть вот такой большой ластик. У меня есть вот такой большой ластик, ну, тяжелый. Вообще, я раньше, типа, коллекционировала ластики, у меня их просто огромная куча. Смотрите, во что я превратила свою комнату ради съемок видео. Нет, это не свалка, как вы, возможно, могли подумать. Вот здесь вот это вот все. Вот здесь реквизит. Здесь тоже. Здесь то, что я уже использовала. Там то, что мне еще понадобится. Там подушка, на которой я сижу. Там еще на окне всякое. И как бы спать я буду не в этой комнате. Мои родители на даче, хорошо хоть. Забыть купить в Ашане нормальное яблоко и мыть его с мылом, потому что единственное яблоко, которое я нашла, немного потухло, и оно было все липкое. Ну, главное, что на камеру не видно. Сейчас 6 утра, я убрала комнату после наших ночных съемок и уже хотела ложиться спать, но поняла, что я очень хочу есть, потому что я не ела с 5, наверное, вечера. Даже, мне кажется, раньше я ела часа в 3, и то я толком не ела. Я съела одну булочку в Ашане, вот, и все, за весь день. И поэтому я решила пойти в Макдональдс на Макзавтрак. Сорян за засветы, я взяла свой старый телефон, потому что мне до сих пор лень переставить сим-карту в 10. Так что, чиз! Вот так вот эта штука выглядит безумно вкусно. Вот эта булочка офигенная. Если вы встаете рано утром, то обязательно попробуйте. Ну, либо если вы ложитесь утром. Я прилежная ученица. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то поставьте ему палец вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну и всем пока.